Открыть филиал ВЛГУ в Александровском районе. Такую задачу поставила органам образования губернатор Светлана Орлова, отвечая на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции. Представители александровских СМИ пожаловались главе региона, что в районе нет ни одного вуза. 3 года назад в Александрове был ликвидирован филиал Московского государственного открытого университета. Здание филиала постепенно превращается в руины, а молодежь вынуждена уезжать на учебу в другие города. Я по ВЛГУ давала поручение, не знаю, почему оно не выполнено, Михаил Юрьевич. Я просила выехать туда ректора в Александров и разобраться в этой ситуации. Поэтому поедете теперь вместе со мной. Значит, Александр Борисович, запланируйте поездку в Александров, возьмем ректора университета Колкова, Беляеву, соберемся и пообсуждаем, что мы можем там сделать. Если возможность хоть какая-то есть открытие факультета, будем открывать. Разбираться чиновники будут и с транспортным сообщением в Александрове. Из-за передела рынка здесь остался только один перевозчик, у которого машин не хватает. И люди вынуждены ждать автобуса до 1,5 часов. Алексей Владимирович, значит, вы выйдете туда на место, верните 11-й маршрут, это первое. Зафиксируйте вместе с Полузиным, почему по 1,5 часа люди стоят. Понятно, что там дело сейчас в суде, понятно, что эти торги, но надо максимально разрешить ситуацию, он абсолютно прав. Оттуда и жалобы идут, что долгое стояние на остановках, этого не должно быть.